Андрей Колесников. Ленин в Польше. То ли от лени, но вышло так, что Ульянов Ленин очень рано успел пристраститься к тому, что мы зовем за границей. Цюрих, Берлин, маршрутный лист, Лондон, Вена, первым классом, просто какой-то интурист. Причем за счет партийной кассы, чтоб говорить было все путем. Хлопот поменьше, толку побольше, мы пойдем другим путем. И потому Ленин в Польше, ну если что-то в Польше, в крайнем случае в Польше, ну а где же еще в Польше? Правда, народ зреет не быстро, но в этом вопросе поможет искра. А пока проведаем тропы разбитной старушки Европы на полях Первой мировой, ни в тылу, ни на передовой. Наш герой не был замечен. А что там делать без пива и женщин, если стреляют лучшие средства? Тихо где-нибудь отсидеться в мюнхенском пабе, в таверне креольской, можно даже в тюрьме, но только в польской. Если что-то в польской, в крайнем случае в польской, но в какой еще в польской? А на родине ждать не будут, там вожди каждый пятый метит. Надо ехать, а то позабудут, причем с деньгами. Так лучше встретят гутен так, гнос и пагус. Помогите деньгами малость, дайте дойчмарк на революцию, и перепишем мы конституцию, мигом устроим тарам-тарарам. Дескать, народу терпеть доколь же, а как начнут вдруг давать по рогам все кто куда. А Ленин в Польшу, ну а куда же еще в Польшу, в крайнем случае в Польшу, почему бы нет в Польшу. С тех пор на Руси такая мода быть власти подальше от народа и уж оттуда давать указания. Большое видится на расстоянии, может и нам всем тоже в Польшу, может хоть там проживем подольше, с пивом, вином, веселыми песнями, на баснословную польскую пенсию. Но от чиновников как уйти? Один сбежит, да придет такой же, а из власти знать два пути. Можно нары, но все хотят в Польшу. Если что-то в Польшу, в крайнем случае в Польшу, ну а куда же еще в Польшу? Может быть, нам силы утроить и за окном Польшу построить, но тем, кто нами правит натужно, это, похоже, совсем не нужно. Вместе с чинами растет их спесь, а кошельки все толще, толще, телом они еще вроде здесь, а мыслями давно уже в Польше. Но чудо не просим, как не просили, будь ты Иван, Марат или Мойша. Нету другой у нас России. Это наш с тобой Польша. Вот такая вот Польша. Ну нету другой Польши. А где взять другую Польшу? Польша, Польша, Польша. Спасибо.